Официальные партнеры проекта – фитнес-клуб «Богатур», Z-Club и Synergy Group. Всем привет! В эфире четвертая серия проекта Gold Model в Бурятии 2018. Проекта, где 16 молодых парней и девчонок становятся профессиональными моделями. В сегодняшней серии вы увидите, кто из наших конкурсантов стильный, а кому из них больше идет дегыл. Но обо всем по порядку. В самом начале недели мы отправили наших конкурсантов на мастер-класс по стилю. Да-да, вы не ослышались, ведь модель должна соответствовать своему статусу не только на показах и фотосессиях, где с ними работают профессиональные стилисты, но и в обычной жизни, ведь, как говорится, встречают их по одежке. И если теория — это дело достаточно банальное, те же ручки и тетрадки, правда, вместо преподавателя, стилист нашего проекта Фаразан Хамид, то практика — это уже интереснее. Модели, сегодня у вас есть два магазина. На основе вчерашнего теоретического мастер-класса вы должны подобрать себе образ на ваш вкус. Потом рассказать мне, что вы за стиль подобрали, и я его оценю. Вперед! Да, молодец. В принципе, образ подобран хорошо. Юбка не скучная, потому что она кожаная. Молодец. Ну, casual с элементами классики, потому что на тебе рубашка. На самом деле, рубашка достаточно неформальная, поэтому она к классике не совсем относится. Ну, образ, в принципе, достаточно неплохой, но юбку можно было взять чуть длиннее и более неформальнее, чтобы образ был интереснее. А так, в принципе, тоже неплохо. Молодец. Молодец. Ну, брюки у тебя больше не спортивные, а немножко в милитари. А так образ достаточно хороший. Молодец. Молодец. Очень интересный образ получился. Смотрю, слушала мой вчерашний МК. Пальто с толстовкой. Очень интересно получилось. Молодец. В принципе, неплохо, но у тебя не хватает аксессуаров, шея очень голая. В принципе, молодцы. Ну, в принципе, очень хорошо, молодец. Постарался, аксессуары подобрал, очень стильно. Очень хорошо подобрано все по цветам, но единственное, можно было куртку подобрать в более классическом стиле, потому что она слишком спортивная, немножко выделяется. Но в принципе хорошо, молодец. Это не очень похоже на классику, это скорее полностью casual, потому что все вещи достаточно неформальные, кроме пиджака. Но пиджак, он такой, типа, в мужском стиле, сейчас очень модно.
Брюки с высокой стали укорачивают, поэтому к ним нужно обязательно одевать каблуки. И шея голая, аксессуаров не хватает. На самом деле у тебя получился достаточно хороший casual. Это не классический стиль. Даже рубашка, она достаточно неформальная за счет рисунка. Так что это casual. Так можно ходить каждый день. Ну, у тебя получился спортшик. Мы же это проходили, когда ты сочетаешь элементы спортивной одежды с элементами классики. Получилось достаточно хорошо, молодец, аксессуары подобрал. По цветам хорошо сочетается, молодец. Молодец, костюм очень хороший, одноцветная цветовая гамма, хорошо смотрится, молодец. Но не хватает аксессуаров, можно было подобрать сумку. У тебя, я смотрю, есть аксессуары, молодец, очень хороший образ. Рассказывала о том, какие вообще стилевые направления существуют, и сегодня они показывали мне на практике, как они это усвоили. Все модели справились достаточно неплохо, все старались. Хочется особенно отметить Сашу, Яну и Рому. Они прямо вникли, все послушали, им прямо помогло. Они очень хорошо постарались. Но если со стилем все просто, кто-то использует уже проверенную классику, а кто-то пытается следовать тенденциям моды, то с фотосессией в стиле этно все гораздо сложнее. Подробнее об этом расскажет наш эксперт. В целом фотосессия прошла хорошо. Все ребята уже справляются намного лучше, чем первый раз. А худших также я выделить не могу пока, потому что все ребята молодцы, в принципе, все хорошо справились. Не было такого, что кто-то где-то застревал или что-то в этом роде. Достаточно открыто позируют, не стесняются. Здесь в первую очередь нужно было показать платье. Это не фэшн-съемка, не бьюти-съемка. Мне очень понравилось, что съемка прошла в Чингисхане. Очень тематическая получилась. И по интерьеру подходит очень. Лучших я могу выделить это Данила, Вову, Сашу. Все. Девочка яркая, рыженькая, и сделать из нее что-то этно было, конечно, сложновато. Но я думаю, что все особенности мы подчеркнули, поэтому она будет не хуже других выглядеть. Ну, конечно, глазки. Самый яркий акцент должен быть именно на глаза.
На этом все, друзья. Увидимся на следующей неделе или следите за этим проектом в соцсетях каждый день. Партнер проекта – дистрибьюторская и логистическая компания «Сервика» Улан-Удэ. Официальный партнер проекта – тайский спа «Вай Тай».